Здравствуйте, с вами Марианна Халатрян. Это рубрика «Город 112». По традиции начну с дорожных новостей. Вот что запечатлели камеры городского наблюдения за минувшие выходные. Зима уже успела порадовать нас своей морозной свежестью, но не все водители рады зимней прохладе. Особенно те, что не успели переобуть своих стальных коней. Скользкая дорога стала причиной сразу двух ДТП. На северной второй линии «семерку» занесло, и рулевой не справился с управлением. Подобная ситуация произошла и на Дзержинского и Кореновской. Водителю микроавтобуса пришлось дрифтовать из-за ледяной корки на асфальте. Авто развернуло на 180 градусов, и оно врезалось в попутные машины, которые стояли на светофоре. Скользкая дорога или что-то иное спровоцировала аварию на кольце Сормовской и Лизы Чайкиной. «Семерка» по необъяснимым причинам на повороте поехала прямо и оказалась на газоне. Вряд ли водитель хотел сократить путь, скорее всего, он потерял управление. А на Красной Бабушкина рулевой иномарки так увлекся обгоном, что не заметил запрещающий сигнал светофора. Зато впереди едущий рулевой оказался внимательнее и вовремя остановился. Но это не спасло его от столкновения. Усердно давил на газ и водитель на Кубана-набережной. Кажется, что он даже не пытался затормозить перед светофором, который горел красным. По данным ЕДДС, в результате аварии пострадал один человек. Медики оказали ему помощь на месте. А несколькими часами ранее на этом же перекрестке не разъехались еще две легковушки. Причина та же – невнимательность, красный сигнал светофора и превышенная скорость. К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших. Еще одна авария буквально взорвала социальные сети. Пользователи наперебой обсуждают ДТП, которое произошло на Красных Партизан. В интернет попало видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как владелец иномарки что-то кладет в багажник машины. В этот момент на огромной скорости отечественная легковушка сносит сразу два автомобиля, припаркованных возле магазина. Хозяин черной иномарки получил травмы. На кадрах также видно, что перед столкновением «семерку» подрезал «Мерседес», который собирался перестроиться в правый ряд. Сейчас полицейские выясняют детали инцидента, в том числе устанавливают скорость, с которой двигалась отечественная легковушка.